Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я приехала в Колу. Приехала в Колу я не просто так. У нас сегодня крестины. И крестить мы будем сразу троих человек. Таню, Костину жену, Гришу и мелкого нашего. Вот. Кола это такой, я вам его уже показывала, такой маленький городок, такой маленький. Он прям рядом с Мурманском находится. Ну, у Кости здесь давние отношения хорошие с местным храмом. И вообще эта церковь самая старая у нас. Какая-то более уважаемая, что ли. Вот. Так получилось, что крестить мы их будем под Рождество. Я поехала пораньше. Ой. Похожу, поснимаю тут. Ну, хочу сказать, что буквально лет, наверное, 10 назад был очень какой-то он страшненький городок-то. А сейчас я смотрю, вон дома все покрашены. Сбербанк он какой-то открылся. Прям так посимпатичнее стал. Здесь очень странный памятник Ленину. Он плохо похож на Ленина. Ёлка. Вот раньше тут был рынок. А теперь везде магниты. Ну, это такая тихая улица. Центральная, вот там вот, ну как центральная, она с транспортом. Ну прям вот радует, что дома покрасили, прям молодцы. Площадка большая. Сегодня тихо. Воскресенье. Да праздники новогодние. Народ по домам. В основном. Хотя на улице тепло. Почему, мне кажется, я не знаю. Что-то прям около нуля градусов. Не холодно. Так-то здесь движуха обычно, потому что это вот выходит туда на дорогу, на Финляндию, на Норвегию. Вот, на города Мурманской области. Обычно тут транспорту много. Вот. Ну, вот этот вот храм. Мы сюда заезжали, когда Калинки ездили. Елочку поставили.
Сейчас буду своих ждать. Рождество. Можно еще подарки. А завтра вы делаете? Вот он, старинный крест. XVII век. Вот он был на берегу, его принесли сюда в цирк. Девушку принесли. Сейчас тут весело будет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сына Небесного, помолимся, Господи. Господи Божий, Вседержитель, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное, жизнь словесное, словом Твоим создавшимся от несущих Твои живых и приведи. Тебе молимся и Тебе просим, Твоей волей спасися рабов Твоих, Татьяну, Ольгу, Инну, Марию, Кристину и Александру. Очисти от всякого греха, всякие скверны, приходящие ко святей Твоей Церкви, и неосужденно сподобие, причаститесь, причистить Твой дай. И от них рожденных от рабов или от раковиц благослови, освяти, вразуми, целомудри, у добропребудствия, хоть и привелось и показалось им свои чувства. Да и умного света сподобится. Вот мама. Хорошо. Молодцы. Как зовут его? Григорий. Григорий, на раба Божьего Григория во имя Отца и Сына. На раба Божьего. Как? Дмитрий. Такое имя красивое. Ира, какое замечательное имя у Ира. Волосы такие густые. Это предмет моей вечной радости. И раба. Спящего красавца. Как зовут? Александр. И после каждого вопроса я буду вас учить, как мне отвечать. Отрицаетесь ли сатаны? Молодцы, замечательно. Отрицаетесь ли сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и вся служение его, вся гордыня его? Отрицаетесь. Отрицаю. Души и тела, руцы сотвористи, создасти. Вы знаете, я бы... Осторожно, осторожно, а то со шкуры снимешь. Аккуратненько. И самое главное, что... Давайте мы будем... Как зовут? Дмитрий, во имя Отца красивый. Видно, моряком будет. Но его надо будет тоже снять. Это у нас Александр, во имя Отца и Сына. Ну, батин характер. Все должен проверить, чем помазывает его. Хорошо. Так. Батюшка, батюшка. Ну, вы снимайте платок тогда, это тоже показатель. Снимите эту. У вас как петля прям на шее. Вот так, хорошо. Как зовут вас? Татьяна. Татьяна, во имя Отца и Сына, Святого Духа.
во здраве души и тела, руце сотвористи, создасти, в разумиме лучуся. У вас кол... Ой, его прям в купе. Давайте скорее тут скажем. Пойдем. Гриша вообще не занимается, Так, крест держи. Так, и вот молодец. Ставь его сюда. Хорошо. Это у нас Александр. Крещается родной вокруг одного ребенка сколько народу. Да ладно, все. Все, трусы одели, сразу успокоился. Ну чего? Тебе не понравилось, что тебя в воду кунули тогда? Сейчас я просто живосомная. Ничего. Хорошее имя у тебя, и все вот запамятовали. Кирилл мне звучит, я уже глухой, старый. Печать дара Духа Святаго. Аминь, крестные говорят всякий раз. А это просто печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Руки дай мне. Печать дара Духа Святаго. И ножки. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа. Так что вас не пропустить. Печать дара Духа Святаго. Молодец. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Так, давайте. Сашке, наверное, мне очень понравится. Или ему дальше копить. Печать Духа Святаго. Печать дара 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 Духа Святаго. Схватить же все надо. Которые крестились, а потом вернемся назад. Я иду впереди, вы следуете за мной. Пойдем. А я тоже? Нет, ты уже крещен. Ой, что с девочкой происходит просто. Аж за руки ее держу. Бывает, близко. Не понравилось, так и постригается раба Божия Татьяна. Это наверное отец уговорил всех, а?
как Татьяна сама пришла к этому? Или что-то пообещал, наверное, машину поменять? А Гриша подшел. И Гриша еще. А, Гриша тоже жить. Подстригли? А я уже обстригли. А, подстригли? Гриша, стриг я тебя? Нет, вы ей горку подстригли. Нет, я его тоже не стригли. Я просто волосам его позавидовал, что рыжие сейчас редкие люди. Понесли в алтарь пацанов. Даже устал я, надоело мне все. Да, все. Все, великое дело сделали. Троих сразу покрестили. Все, можно ехать домой. Вот так вот. А сегодня будет Рождество. Все тает. Кошмар. Такая у нас погода в Мурманске. То минус 18, а то вот завтра все это обледенеет. Если мороз, конечно, будет, то обледенеет. Ну что сделаешь? Ничего с этим не поделаешь. Вот, а мы сегодня покрестили сразу троих. Можно идти отдыхать. С праздником, мои дорогие. Люблю вас всех. Желаю всем самого-самого хорошего. Пока-пока, мои дорогие.